В День защиты детей в Черкесске открылся самый крупный в городе детский сад «Сказка» на 300 мест. Его площадь составляет свыше 5500 квадратных метров. В праздничном мероприятии принял участие руководитель республики Рашид Тимрезов. На открытии детского сада побывала и наша съемочная группа. Репортаж Шерифат Левшоковой. За последние 3 года детский сад «Сказка» стал 6-м дошкольным учреждением, построенным в городе. Его возведение началось в 2014 году по поручению руководителя республики Рашида Тимрезова. И вот спустя 2 года, выступая уже на открытии нового детского сада, он поздравил всех с новосельем и поблагодарил дирекцию капитального строительства, мэрию Черкесска и строителей за проделанную работу. Сегодня такой двойной праздник. В городе Черкесске, в нашей столице, открывается самый крупный детский сад. На самом деле прекрасное здание, прекрасные условия. Я абсолютно убежден, что наши детишки здесь будут окружены теплотой и заботой, и любовью. И уверен, что из этих стен дальше пойдут, вот, может быть, в соседнюю школу, может быть, в другую, уже как подготовленные, здоровые, красивые, умные дети. К собравшимся обратился и мэр города Руслан Тамбиев. Он сообщил, что с открытием «Сказки» в Черкесске полностью снимается очередность детей в детские сады в возрасте от 3 до 7 лет. Тем не менее, работа по развитию системы дошкольного образования в городе будет продолжаться. Нам нужно уже открывать ясельные группы, и планируем, что уже в этом году 6 или 10 групп ясельных будет в городе, потому что много семей, которые нуждаются в этом. Это мы сделаем. Будем улучшать качество дошкольного образования, будем производить специализацию по садикам. Вот здесь у нас будет художественная гимнастика, хореография, спортивная гимнастика. Другие садики будут там уклон на языки, на математику, на спорт, на культуру. Также планируется создать группы для детей с ограниченными возможностями, сказал Руслан Тамбиев. На торжестве от имени членов семьи воспитанников всех поздравила Инесса Найманова, чья правнучка пошла в новый детский сад. А заведующая дошкольным учреждением Раиса Катасонова заверила, что детям в новом детском садике будет уютно и комфортно. Большое спасибо всем, кто принимал участие в нашем красивом детском саду. И здесь детям будет уютно, весело, просторно, и они с большим желанием будут сюда приходить. И вот наступает торжественный момент. Почетные гости во главе с Рашидом Тимрезовым осмотрели помещение детского сада. Для каждой из 12 групп здесь обустроены спальная комната, игровая раздевалка, а также отдельный раздаточный пищеблок. Гости также побывали в музыкальном и спортивном залах, где ребята продемонстрировали все свои умения. Немаловажно, что установленная в здании современная система отопления позволяет при помощи специальных терморегуляторов настраивать индивидуально в каждой группе комфортную температуру. Благоустроена и дворовая территория детского сада. Здесь установлены беседки, игровые площадки, вокруг которых уложено специальное прорезиненное покрытие. Шерифат Лепшукова, Алибек Ешеров, Вести, Карачаево, Черкесия.